Толерантность – это латинское слово, оно означает принятие, приятие. А вам сложно было учить русский язык? Очень трудно, очень сложно. Всем привет! С вами Пикассо, а это значит, что вас ждет много позитива и интересной информации. В нашем проекте мы каждый день голосованием выбираем героев дня. И прямо сейчас Алекс нам объявит героя дня, которого выбрали ребята. Итак, мы вчера проголосовали за героя дня, и им стал... Ты тоже. Наш проект полон неожиданностей. Ребята сделали свой выбор. Герои дня стали операторы. И кажется, все довольны. Ну а будничные подвиги людей с камерами продолжаются. И сегодня в кадре появляется профессор, доктор филологических наук Таймерлан Таймуразович Камболов. Вот это да! Слушаем! Человеческий язык возник естественным образом. То есть возник по природе, возник в результате того, что первобытные люди, которые еще не имели языка, вынуждены были, тем не менее, друг с другом общаться, друг другу передавать какую-то информацию, какие-то вести, вместе работать, а совместная работа тоже требовала, чтобы люди друг с другом общались. И сначала это были какие-то выкрики, отдельные возгласы, а потом из этого всего начали формироваться первые слова, грамматика, то есть правила употребления слов и так далее. И таким естественным образом постепенно возник язык. Скорее всего, человеческий язык возник приблизительно около 50, может быть, до 80 тысяч лет назад. По мнению большинства ученых, человеческий язык возник на просторах Центральной Африки. То есть там возник человеческий вид и человеческий язык. То есть те языки, которые наиболее близки друг к другу, которые имеют общего родителя. Давайте сразу скажу, что осетинский язык является одним из языков индоевропейской вот этой большой семьи языков. В результате исторического развития древнее индоевропейское П перешло в Ф. Если мы восстановим П на своем месте, то получится, что по-дегорски это будет тоже Пурт. Да? Не Фурт, а Пурт. Похоже на индийское Путра. Дегорское Фурт, которое было Пурт. Так же, как и все те языки, которые я перечислил, существуют уже многие тысячи лет. Лекция увлекательная, ребята с интересом слушали и задавали вопросы. А нам любопытно узнать, какие впечатления у Таймерлана Таймуразовича. Как вы считаете, какую пользу приносит этот лагерь? Пользу приносит, судя по тому, что я видел сегодня, наверное, многогранную. Во-первых, я бы сказал так, дети продолжают оставаться в тонусе. В рабочем тонусе, но который не мешает им одновременно отдыхать. Сохранят рабочий режим работы своего мозга, своего организма, и им будет легче вернуться обратно к общеобразовательной деятельности. Спасибо. Подарки от тайных друзей – самая интригующая часть нашего проекта. Ведь ребята не знают своих дарителей, но сюрпризы – это всегда приятно. Да, готовы? Да! Да! По-моему, нет. Да! Давайте попробуем. Так, первый подарок. Веронике. Веронике? Это можно было? Это Макса, да? О! Ты уже догадался, кто звонил? Нет. Шутка. А что там? Подожди, я должен посмотреть. Следующий подарок Олегу. Пойди.
попросили прочитать стих. Пунктуация сохранена. Сохранено все. Чтобы сладко было жить нашей Нюше, ладно, мы решили подарить Алёшка шоколад. Пикассо – проект не только развлекательный, но и познавательный, а потому конвейер выдает новые знания для участников. И сегодня ребята смогут поближе познакомиться со сказками и устным народным творчеством. А поведает об этом учитель осетинского языка и корреспондент телеканала «Осетия Ириштон» Ирина Кадзева. Сегодня я вам расскажу про осетинский фольклор, про устное народное творчество осетин. А, как вы знаете, книг не было, никто не писал. Передавали произведения из уст в уста. И вот так с незапамятных времен до нас дошли множество сказок, песен, загадок, пословиц и другие виды жанры устного народного творчества. Рассмотрим их поподробнее. Нарские сказания. Все знают нарские сказания, я думаю, конечно. Сказки, легенды. Таурах, пословицы, молодец, песни, загадки, пожелания, скороговорки, конечно, тоже. Кто такие сказители? Это специальные люди, которые знали произведения осетинского устного фольклора. И они их не просто рассказывали. Видите, у них есть инструменты. Те произведения, даже сказки, даже таурахта, легенды особенно, они так напевались, скажем так. На картине Пернартов представлены практически все герои. Вы можете видеть и Шатану, и Шардона, который по преданию придумал 12-струнную арфу, да? Фандер. Далее Батраз. Тот, кто у нас на флейте? Ацамаз. Ацамаз у нас. Да. Далее, и сзади танцует молодежь Шимт. Вообще, можно долго рассматривать эту картину, и даже по этой картине можно много рассказать о культуре осетинского народа. Это очень интересно. Ахшартаката, Бурата, Алагата. И как вы правильно заметили, они соотносятся с цветами флага. Алагата – это белый цвет, это ум, да, духовные качества нартов, осетинского народа. Дальше хшартаката – это красный цвет, это сила, отвага, мужество. И желтый цвет бурата – это баркат, фарм, то есть это изобилие, богатство. Нарты – сказочные герои, сказители. Какой богатый фольклор у осетин, очень познавательно. А у собственного корреспондента Пикассо ТВ Лауры есть вопросы еще к Ирине. Что вы думаете о проекте? Я думаю, что это очень здоровский, так скажем, проект, потому что он помогает творчески развивать детей. Дети очень раскрепощенные, открытые, не боятся задавать вопросы. Замечательный день и интересные люди вновь побывали на проекте Пикассо. Ребята, кажется, совсем не устали и готовы выбрать героя дня. Кто им станет? Кто был самым активным сегодня, по мнению ребят? Жребий брошен. Заветные бумажки с именем в ящике. Интересно, кто получит завтра медаль героя? Попробуем узнать в тайной комнате, ведь в ней становятся явными все тайны. Комната пыток. Я вернулся! Чем запомнился сегодняшний день? Ну, я узнала несколько новых историй из нарского эпоса. Происхождение осетинского языка. Мне понравилось изучать нарский эпос. Я именно про Осетию. Мне именно нарский эпос больше всего нравится. Он интересный. Было что-нибудь сложного сегодня? Сложно было, когда нам объясняли про язык, его существование. И мне сложно было понять, но не то чтобы не понравилось, просто не поняла.
Вот. Сегодня героем дня были операторы. Ты согласна с этим? А сегодня героями дня были операторы. Я тоже голосовала за операторов, потому что они веселые и смешные. Абсолютно согласна с тем, что операторы были нашими героями дня. Они для нас стараются, снимают, переснимают. У меня столько терпения не хватило снимать. Каким должен быть герой дня? Герой дня должен быть веселым, смешным, помогать, там, веселить всех. Участвовать активно и не обижаться на всякие мелочи, поступать как-то разумно, обдумывать свои действия, следить за своей речью. Почему ты отсутствовал в пятницу? Это длинная история. Все началось так. В четверг, 3 часа, парк. Плохое самочувствие, жара, хочется спать. 8 часов вечера того же дня. Температура 38 градусов. Ты был рад этому? Честно, да. Честно, нет. Ты сегодня получил подарок от тайного друга. Какие эмоции у тебя? Эмоции были такие. Я рад, что я получил подарок, но я не был рад тому, что я получил, потому что я не ем такие шоколадки. Я вообще не ем их, но... А сам ты дарил подарок? Нет. Собираешься? Собираюсь, конечно. Сильно огорчилась, что не получила подарок? Не сильно, но было приятно получать их. А ты сама делала подарок? Да. Расскажешь кому? Я делала Олегу. Я знаю, что он тоже увлекается футболом, и поэтому выбрала 2 подарка насчет футбола. А ты сама делала подарок? Да. Кому? Не скажу. Закрываем тайную комнату и вместе с ней сегодняшний день. До новых встреч, и мы обещаем, что они будут яркими.